Доброе утро, дорогие друзья, с вами снова Матвей Плей и агент Тиан. Сегодня у меня последний выходной, к сожалению. И сегодня я точно хочу посидеть дома. Это 100%. Хочу приготовить себе здесь покушать мои любимые сосиски. Что это? Это люк, стой. Я чуть не заметил, что у меня там люк. Так. Надо взять. Вот где-то. Так. Кстати, вот у меня здесь осталось. Вот это. Фейк золото и кирпич. Так. Землю здесь. Это моя чита, я так могу платить. Идемте обратно. Так. Это надо вот. Ничего, это добывается. Это не добывается. Чё, люк я бы тоже сломал. Ну-ка. Вот, сейчас ставим. Так. Так. Опа. И что? У меня нет слов. Изумруды, алмаз, золото. Я это вообще настоящее? Да, похоже настоящее. И сундук. Что здесь? Книга и пиво. Давайте почитаем. Привет, меня зовут Аха, хотя не буду называть свое имя. Но я хочу сказать, что я был богатым человеком, и я тебе даю мое сокровище. Получается, раньше в моем доме, ну как, не раньше в моем, я недавно только сюда приехал. И получается, раньше здесь жил какой-то очень богатый человек, как видел. И он оставил мне сокровище. А зачем он здесь оставил сокровище? Если он приехал, он, по идее, должен собрать сокровище себе. Ладно. Так, здесь еще что-то есть. Пусто, пусто, пусто. Везде пусто. И в доме есть еще тайники. Что ты можешь значить? Ладно. У меня есть еще тайники. Я вот спущусь отсюда. Добавить пока не буду. Ночью у тебя буду. Пока. Когда все держат спать там. Так. Все. Главное. Главное как-то не спариться, что мне там целое сокровище. Так, за мной еще книги. Где может быть тайники? Ну, мой тайник понятно, что здесь мой тайник есть. Вот. Люк. Так. Где может еще быть тайники? Стоп. Классная шерсть. Что? Опа-на! Сундучок! Так. Все типа пристройку делаю. Скажите, не заметили. Так, ой. Так. Здесь у нас патроны, пистолет.
ты это закрыть. Так. Офигеть. Надо очень пожалуйста. Я просто... У меня нет слов. Во-первых, в моем доме находится дофига денег. И еще у меня здесь был пистолет. У меня нет слов просто. Просто я не могу подобрать слова. Офигеть. А я вам скажу, наверное, всем пока и до скорых встреч.